Почитать. почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного ну, университета. Биографию Лили Брик Музы Маяковского писали много раз. Сама она оставила свои заметки, и они опубликованы. Книгу Алисы Ганеевой «Ее лиличество. Брик на фоне Люциферова века» серия Жизел решила прочитать исключительно из-за интереса к автору козаика, эссеиста, популярной писательницы, сочиняющей тексты о родном Дагестане, лауреата многих премий. Сразу о том, что насторожило и огорчило. Ну, во-первых, плохая редактура. Во-вторых, слишком индивидуальный самобытный язык, который, возможно, уместен в художественном тексте, но не очень подходит для биографической прозы. И вообще присутствует такая языковая избыточность и натужность. Смешиваются стили лексические пласты, например, шалуньи из патриархальных уголков планеты. Или анекдот можно отмочить, а равин венчает молодых. В-третьих, Ганиева ссылается в основном на саму брик ну еще на катаняна и Янгфельта. конечно присутствуют и другие биографы но в целом книга представляет что то типа плохо подогнанной компиляции и хотя Ганиева окончила литературный институт но не всегда дает ссылки на источники цитат и слишком доверяет дневникам юной девицы а ведь все утверждения нужно Проверять. Грустно, что книга главным образом построена вокруг сексуальных отношений Лили Брик. Автор в одном из интервью утверждает, что ее героиня, цитирую, была очень неодинаковой, очень хорошей и адски коварной. Что политика все же была ей чужда. Во-первых, потому что Лили на самом-то деле была мещанкой, лишенной какой бы то ни было подлинной деятельности. Во-вторых, политика была опасна, а Лиля никогда не лезла на рожу. Чем привлекла Ганееву Лиля Брик своим вкусом к жизни во все времена в любом возрасте? Чем отталкивает людоедством, эгоизмом, глухотой к тому, что делается с другими невероятным самодовольством? К сожалению, книга получилась неровной. Автор не сумела держать дистанцию, а допустила и насмешки, и сарказм, и иронию в отношении своей героини. Слишком увлеклась слухами, сплетнями, легендами, гинекологическими подробностями и интимным бытом. И все же книга Алисы Ганиевой и Лиля Брик и ее лиличество на фоне Люциферового века погружает в мир страстей, поэзии, авангарда и культуры XX века. 17+.. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать.